первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты Ленинского муниципального района объявляю открытым. Первое заседание, первое голосование. Для некоторых членов нового состава Общественной палаты Ленинского района все это в новинку. Для остальных, а 2/3 представителей члены прошлого созыва, возможность в очередной раз проявить свои способности общественной деятельности. На повестке дня 4 важных вопроса. Выбор председателя, 2 его заместителей и ответственного секретаря. Прежний председатель Владимир Ивлев предложил на свое место кандидатуру молодого и активного Григория Авдеева. Единогласно присутствующие проголосовали за. Новый для себя вызов, новый вызов для нашего совета. Работа для меня уже известная, соответственно. Я думаю, с такой командой мы прорвемся и любые проблемы решим на ура. В новый состав Общественной палаты Ленинского района, как и прежде, входят 30 человек. Все люди опытные в своем деле, достойные жители муниципалитета. Об этом в своей поздравительной речи сказал и глава района, который посетил первое заседание. Олег Хромов отметил, что надеется на дальнейшую продуктивную совместную работу. Я как глава еще раз готов присягнуть новому составу Общественной палаты на то, что мы будем с вами сотрудничать по любым вопросам. Я также, как был открыт для всех членов Общественной палаты предыдущего созыва, открыт. Поздравил новый созыв с началом деятельности и член Общественной палаты Московской области Дмитрий Боровов. Лидеры общественного мнения. Так он охарактеризовал всех тех, кто прошел путь от желания до права быть в палате муниципалитета. Надеюсь, что вы активно будете взаимодействовать с жителями на территории и будете помогать не только жителям, но также и администрации города решать острые вопросы. Завершая деятельность прошлого созыва, прежний председатель палаты отчитался о проделанной за 3 года работе, которой, стоит отметить, было немало. Участие в районных мероприятиях, организация круглых столов, встречи с жителями и многое другое. Члены нового состава настроены продолжать в том же темпе. Люди все инициативные, энергичные. Ну, планы у нас большие. Я надеюсь, что мы оправдаем доверие людей, которые нас избрали. Впереди 3 года работы, которую предстоит оценивать жителям района. Следующее пленарное заседание намечено на 26 июля, где членам палаты надо будет распределиться на комиссии, чтобы более продуктивно выполнять свои обязанности. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.